бегать на Марину. Вот, в ресторан Pier 7. А завтраки... У мамы прям какой-то суфле там. У меня омлетик и салатик. С какими-то вот... Всем сверху. Приятного аппетита! Nothing's gonna stop me. See the line with the sky, with the sea, it calls me. And no one knows how far it goes. If the wind in my sail on the sea stays behind me, one day I'll know. If I go, there's just no telling how far I'll go. Мы сейчас кушали вкусняшки в бельгийском кафе. Кафе называется Годива. Очень вкусный шоколад. И у нас тут смехуинчики напали на всех. Слово какое русское сказала. Вот такое, только таким словом я могу охарактеризовать. Все измазались в мороженом, все измазались в шоколаде, но получили истинное наслаждение. Потому что очень вкусно. Очень, очень вкусно. У Маши всегда шоу, в любом месте. Там салфетка такая, уже прям я не знаю, что вы ее вытирали. Видите, какие наборы красивые, шоколада. Вот, а вот такие вот наборы обычно дарят у них на свадьбы. Такой набор стоит 2200 дирхам. Вот красивый набор. Там два слоя. Вот какой набор красивый. Как вам, девочки, шопинг? О! Шопинг в Outlet Village. Всем купили, всем купили. Ахмед молодец. Каждому, каждому, каждому. Ахмед мужчина. Ахмед мужчина. 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 Real man. Спасибо. Закрытые с блестяшками. О, круто, ты закупила мой любимый. А я купила себе школьные. Нет, ты балуешь. Девочки, чёрненькие. Тебе купили рубашку красивую в Лакосте. Бабушки тоже. Эко. Бабушку тоже не забыли. Мы купили тоже обувь, что еще? Сланцы, кофточку, костюмник, купальник. Костюм. Был шопинг. Часть пакетов унесла Маша. You can show to us. Ой, транжира, Ахмедушка, транжира. Лина транжира, Наташа транжира.